Что такое недорогие велосипедики? Вот у нас есть велосипед, называется Wind, то есть ветер скоростной, королева гор. Королева гор, вот так вот написано, скоростной велосипед. Значит, что у него здесь по проблемам было сразу? Во-первых, болтается рулевая. То есть подшипники между рулем и вилкой, вот эти вот, они просто вообще свободный ход болтаются, с магазина не закручены. Все это надо регулировать, оставлять, чтобы все было хорошо. Дальше втулки. Втулки смазаны плохо, велосипедик постоял одну осень, все крутится отвратительно. Надо добавлять смазку, надо регулировать, все контрить. Дальше, рама стальная. В принципе, он маленький, поэтому не тяжелый, но был бы он чуть побольше, был бы, конечно, он потяжелее. Дальше, крепление заднего переключателя на раме. То есть чуть-чуть, малейший удар по переклюку, согнется, и все. И велосипедик дальше не поедет. Трещотка на 7 скоростей. Опять же, вот эта вот ось. Подшипник стоит вот здесь, вот где желтенькая штучка, а здесь рама. То есть вот это расстояние, здесь просто ось. Эта ось постепенно сгибается, и колесо приходит в негодность. Ну, конечно, фишечка, или как это называется, вишенка на торте. У нас передняя звезда на 48. То есть для ребенка ростом 1,50 м максимум, а то и меньше, у нас здесь передняя звезда на 48 зубьев. То есть ребенок должен с детства познать дзен и ездить на большой звезде, который предназначен для скоростей выше 40 км в час. Представляете, да, вот на таком ветре разогнаться до таких скоростей. Конечно же, у нас люфтит каретка, нужно ее подтягивать. Желательно смазать, потому что каретка у нас на шариковых подшипниках. И очень оригинальный передний переключатель. Смотрите, какой тип крепления. То есть они просто его согнули и даже здесь вот не приварили, никак не закрепили. То есть он, вот эта рамка может спокойно, грубо говоря, разгибаться. В принципе, это все работает. Тормоза с пластиковыми основаниями, с металлическими. Все это работает, все это переключается, все это едет. Я даже на нем прокатился. Вполне себе достойный велосипед из бюджетного сегмента. Но нужно постоянно следить за смазкой, за затяжкой всех резьбовых соединений. Все это проверять и периодически подтягивать. И тогда велосипед, конечно, может и прослужить. Но дети же бросают велосипеды. Подножки здесь нет. А, точнее, вообще она есть, но вот она немножко коротковатая, скажем так. Поэтому, ну, сами решайте, покупать ли вам дешевые велосипеды или нет, но вот они требуют больше обслуживания, чем велосипеды более качественные.